Вспомните свое студенчество, пожалуйста, и скажите, вы только учебой занимались или еще чем-то занимались, кроме... Да, отнюдь не только учебой, на самом деле. Я был очень активным человеком. Поэтому одновременно и спортом занимался, и общественной работой, то, что тогда называлось, поэтому... То есть считаете, что студент не только учиться должен? Я считаю, что надо в этой жизни все делать одновременно. Не шаг за шагом, а все по возможности одновременно. И не только учиться, потому что жизнь, она очень многогранна, сложна. Особенно, да, она всегда была такой, а сегодня может быть особенно. Поэтому, если ты хочешь быть конкурентоспособным, ты должен все успевать и параллельно заниматься всем, чем только можно в этой жизни. Вот почему я занимаюсь в рамках тех структур, которые создаю, и в частности фонда «Гераклион», который занимается инновациями и модернизацией в медицине и спорте, всегда говорю, я не приемлю термина «здоровый образ жизни», как ни странно. Потому что здоровый образ жизни – это образ жизни такой гигиенический. Это такая зарядочка, это такая очень умеренная нагрузка, это диета с подсчетом калорий, это режим труда и отдыха, это распорядок дня, правильный сон. Нельзя в нашей жизни вести такой образ жизни. А какой надо? А надо успевать все. Это наша жизнь – это жизнь пиковых нагрузок физических, психологических. Поэтому надо быть готовым именно к пиковым нагрузкам. Они всегда рваные. Они всегда требуют от человека быть готовым к тому, что сегодня густо, а завтра пусто. Или наоборот. Вот почему, например, система тренировок под названием CrossFit, функциональный высокоинтенсивный тренинг, это та система тренировок, тренировка 21 века, которая в большей степени соответствует тому ритму жизни, который мы сегодня ведем, призваны вести. Надо уметь получить от жизни максимум удовольствия, жизнь увидеть во всех ее красках, и при этом умудриться не потерять здоровье и быть в постоянной форме. Этого вы и желаете студентам? Абсолютно. Вот именно этого я желаю студентам. Желаю им... Я желаю им жить так, как пели вот в этой известной песенке про студента, да? Из известного диска «По волне моей памяти» Давида Тухманова. Вот образ того студента, который умудряется, так сказать, с девчонками как-то тренироваться на самом деле, и учебники читать, и на пирушке, так сказать, попьянствовать, это тот образ, который надо действительно культивировать.